своими руками пришла. Да вообще, если бы мне кто-то сказал, что будет такая комиссия. Позвоните и спросите. Если что-то непонятно, что требуется, свяжитесь с исполнителем. Он оставил там свой сотовый телефон специально для этого. Спросите, что нужно, что требуется, какие вопросы будут обсуждаться. Подготовьтесь. Специально дал 2 суток для встречи. Для встречи уже успели половину улицы закатать. Почему на данной улице проводятся работы таким образом? Мусор не убирается, в заездных карманах остается. Сегодня, завтра все это вывезем, уберем, уже заасфальтируем полотно. Параллельно, то есть в течение этого времени целиком. И уже потом приступим уже к карманам. Все схемы у нас, в принципе, согласованы, добавлены по всему, что по установке бортового камня там, и так далее, то есть все это предоставим. А где они? Ну, у нас есть в офисе подписанная схема. Заказчик, наверное, тоже должен быть, потому что они были куплены. Ни заказчик, ни подрядчик схемы с собой не взял. Где-то бортовой камень не совсем корректно уложен, где-то по ограждениям установленным есть вопросы. Это все мы будем дорабатывать, прорабатывать. Со стороны государственной инспекции на данные недостатки мы обязательно подрядчику и УГХ укажем все. Скажите, а в чем причина? Почему сроки так значительно затянулись? Ведь помнится, мы встречались с вами вот буквально в 100 метрах отсюда, и вы говорили, что сдадите даже раньше. Да, причина в том, что серьезный объект, я уже ранее рассказывал об этом, в Ачинске выиграли большой объем. Серьезный контроль, то есть со стороны исполнительной власти, то есть края, там в лице уполномоченных представителей, то есть и как бы, ну такой, так скажем, там ответственный объект был, ну в плане там жесткости, да, ну постоянного надзора, да, и попросили, то есть все силы бросить туда, то есть и мы как бы там, ну основной объем сделали и как можно раньше, то есть пришли в Назарово, то есть мы уложились в обещанный срок. Ну вы же понимаете, что назаровцев это не очень волнует. Вы не хотите сегодня извиниться? Да, извиняюсь перед горожанами. Я думаю, компенсируем, то есть качеством дороги, ее долговечностью, то есть, ну и будем стараться впредь и выполнять свои обещания. Они, смотрите, работают быстро и работают, когда работают. В основном их просто здесь не было, они были на других объектах. Вот. Свой ЧМА мы будем отправлять на экспертизу, с Крудором у нас заключен договор, вот, вырубки покажут. А судя по тому, как работают вот эти вот катки, они еще с вибронасадкой, прокатывают они вот хорошо. Но вырубки, еще раз говорю, покажут.